В администрации на Калинина 4 прошло еженедельное общегородское совещание. В начале встречи временно исполняющий полномочия главы Дмитрий Волошин поздравил тех, кто накануне получил губернаторские премии «Наше Подмосковье». В этом году наш городской округ стал лидером по количеству поданных заявок. 84 проекта «Химок» стали лауреатами премии. Химчане заняли 2 первых места, 9 вторых и 73 третьих. Положительная динамика в развитии Подмосковья и нашего городского округа заметна и по количеству обращений, поступающих в адрес администрации. В октябре их стало значительно меньше. Пик пришелся на сентябрь. Тогда количество вопросов от жителей и организаций составило более 4500. За октябрь поступило на 400 меньше. Это говорит о правильном направлении политики, подчеркнул Дмитрий Волошин. Коммуникация с населением сегодня – это наша основная базовая задача. Ее нужно продолжать. И разгружать сегодня обращение посредством социальных сетей, посредством личных приемов. Впереди у россиян 3 выходных. Однако это не скажется на оперативности ответов в соцсетях. Один из самых главных государственных праздников – День народного единства – в городском округе пройдет с размахом. С 12 часов в парке Дубки и с 14 часов в парках имени Величко и Толстого химчан ждут концерты, интерактивные программы, мастер-классы и спортивные соревнования.